В рамках реформи системи загальної середньої освіти вже у вересні на Дніпропетровщині обіцяють запустити 14 опорних шкіл. Це сучасні навчальні заклади з відремонтованими кабінетами, новими книжками та спортивним інвентарем, досвідченими педагогами та цікавими факультативами. Сюди підвозитимуть старшокласників з малокомплектних сільських шкіл. На якому етапі ідея? Зараз питаємо у нашого гостя, радника губернатора Дніпропетровщини Юрія Голіка. Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий вечір. Итак, сколько опорных школ уже создано в области, в каких районах, территориальных 14 громадах? 14 практически в каждом районе области. Опорная школа – это та школа, которая является ключевой в данной территории, в данной местности, когда с помощью школьных автобусов, по которым у нас в области единственная в стране, которая имеет полный комплект, подвозят учеников из так называемых малокомплектных школ в сельских районах. Что такое малокомплектные школы? Это когда в школе, рассчитанной на 100-150 учеников, обучается 20-30. Казалось бы, дети, которых обучается мало, должны получать знания лучше, но, как показывает статистика по выпускным экзаменам, по единым государственным тестам, наоборот, чем меньше учеников в школе, тем хуже результаты этих тестов. Это связано с тем, что меньше конкуренция между детьми, меньше преподавателей, один и тот же преподаватель ведет несколько предметов, а не такие глубокие знания отдельно взятого преподавателя в каждом предмете, в котором он специализируется, соответственно, на выходе дети не получают необходимые знания для того, чтобы поступать в престижные вузы, университеты, институты нашей страны. Поэтому было принято 2 года назад такая методология о том, что в каждом районе создается 1 или 2 опорных школы, у нее есть филиалы, и с малокомплектных школ подвозятся дети в эти опорные школы. Но мало опорную школу создать на бумаге, это сделать несложно, мы это сделали. Важно, чтобы эта опорная школа действительно была лидером в образовании на конкретной территории. Именно поэтому в этом году начата масштабная программа по реконструкции этих опорных школ, благодаря, на наш взгляд, главной реформе в стране децентрализации, инициированной президентом Петром Порошенко, появились достаточные финансовые ресурсы в бюджетах всех уровней Днепропетровской области для того, чтобы такие масштабные реконструкции вести. В нашем понимании любая опорная школа должна быть реконструирована полностью снаружи, она должна быть снаружи перестать быть блеклым, неэнергоэффективным зданием, она должна быть ярких, веселых цветов, она должна быть полностью термомодернизирована, энергоэффективна, полностью должна быть заменена крыша, которая банально не должна протекать, а, к сожалению, это норма сейчас для школ в тех состояниях, в которых они последние 20-30 лет находятся. Внутри ее ожидает полная реконструкция с новыми кабинетами. Эта школа будет уже не школой в чистом виде, а это будет неким современным комфортным пространством, где детям будет радостно находиться в течение учебного дня. Кроме того, такая школа совершенно по-другому влияет на психологию преподавателей, которые, преподавая те же предметы, что и там год, 3-5 назад, начинают их преподавать совершенно по-новому, в новой окружающей обстановке. Сейчас появилось понятие «ресурсные кабинеты». Что это такое? Ресурсные кабинеты – это уникальный проект фонда Марины Порошенко, первой леди нашей страны, которая отвечает за реформу инклюзивного образования. Инклюзивное образование – это образование для деток с ограниченными способностями. Это те, которые дети чем-то болеют, но важно, чтобы они обучались в обычных школах, чтобы они социализировались, находились в обществе, не боялись ни с кем общаться и получали нормальное образование. Ресурсная комната – это разработанный проект днепропетровскими архитекторами молодыми по заказу фонда Порошенко. Это комната, где дети могут отдыхать в течение урока, поскольку они быстрее устают, чем обычные дети. А с ними обычно занимается коррекционный педагог либо помощник учителя. Он берет их за руку, отводит такую комнату, они там могут находиться. Это такая комната релакса, где они восстанавливают свои силы, после чего могут возвращаться на занятия. Если говорить о таких комнатах, таких кабинетах, как быстро они появятся и сколько их вообще планируется? В прошлый вторник на пресс-конференции, посвященной запуску этого проекта, где присутствовал губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, Марина Анатольевна Порошенко и министр регионального развития Геннадий Зубко, им были эти проекты переданы, и теперь такие ресурсные комнаты обязательно должны появляться в каждой опорной школе нашей страны. Мы сейчас первую такую ресурсную комнату делаем в Петряковской опорной школе. Это вообще уникальная школа. Ну, во-первых, это Петряковка, одна из визитных карточек нашего региона. Во-вторых, это школа, которая была построена, вдумайтесь, в 1946 году. До сих пор не учатся дети. Последний ремонт она видела в 1976 году, спустя 30 лет. С тех пор ее не ремонтировали. Сейчас, 1 сентября, эта школа будет перезапущена заново. Фактически от старой школы останутся только стены. Все остальное будет новое. Новые внутренности –
будет школа новая снаружи, будет хороший парк рядом со школой, будет реконструированы стадионы. На первом этаже будет такая ресурсная комната. Это первая ресурсная комната, которая появится в нашей стране благодаря фонду Марины Порошенко. А в этой школе, рассчитанной на 730 учащихся, сейчас учатся порядка 600, из которых 4 ребенка, это те, которые учатся в рамках инклюзивного образования. Вот именно для них такая комната сделана. Давайте поговорим о медиатеках. Чем они отличаются от обычных библиотек и на каком этапе развития? Медиабиблиотеки – это тоже проект, который разрабатывался фондом Марины Порошенко. Мы сейчас одновременно строим 50 таких медиабиблиотек в 50 школах по всей области. 25 из них расположены в областном центре в Днепре и 25 расположены в остальных населенных пунктах нашей области. Мы их все заканчиваем 1 сентября, и дети, когда уже пойдут, они там будут. Что такое медиабиблиотека? Медиабиблиотека – это современный формат 21 века небольшой школьной библиотеки, в которой, как мы с вами привыкли из нашего детства, у нас там были только книжки, каталоги с книжками и формуляры, которые мы заполняли, когда книжки брали, а там это книжные полки, это мягкая мебель детская, это компьютер, это проектор, это возможность там посидеть, там мягкий пол, на котором можно полежать, да, то есть это такое место, куда дети могут приходить и брать книжки, общаться друг с другом. Это очень важно, чтобы те дети, которые по инклюзивному образованию занимаются, чтобы они общались с обычными детьми, таким образом социализировались. Вот первые 50 мы запускаем 1 сентября, а в дальнейшем в каждой школе области должна появиться медиабиблиотека и ресурсная комната. Это обязательно. Это практически на экваторе. Сколько школ в области на сегодняшний момент необходимо отремонтировать и в чем особенность ремонта 2017? Вы знаете, если честно, вот у нас в области более 900 школ. С учетом того, что ранее в бюджетах всех уровней, до бюджетной децентрализации, денег в необходимом количестве не было, и обычно тушились пожары и затыкались дырки, а не были бюджеты развития, как у нас сейчас уже второй год, то в нашем понимании все 900 школ требуют капитального ремонта. От школ должны остаться стены, все остальное должно быть новое. Именно такую программу мы сейчас начали. По тем программам, которые ведутся сейчас, школы, находящиеся на балансе областном, там, местных советов, городских советов по всей области и так далее, из 900 школ 450 сейчас ведут ремонты. Кто-то ремонтирует один класс, кто-то два, кто-то спортивный зал, кто-то столовый, кто-то прилегающие территории. Но 25 школ области, за которые отвечаем мы, сейчас проходят глубокую модернизацию. 5 – это опорные школы, и 20 еще – это школы в объединенных территориальных громадах и районах области. Задача, которую губернатор области Валентин Резниченко поставил перед своей командой, за 17, 18, 19 год все опорные школы и крупнейшие школы области должны быть полностью реконструированы. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас, і відповіли на дуже важливі питання. Ну, глядачам 9 каналу нагадаю, що у гостях у нас був радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голік.